Реконструкция Ярославского шоссе. Около Пушкина сужение до двух полос. Сегодня воскресенье, все равно пробка. Некоторые объезжают вот по параллельной дороге. У нас сегодня вот воскресенье, работа, что-то не видно, что Тбилиси. Какие-то трубы тут. Здесь тоже расширяют слева. Мужик торгует сигаретами. Хотя вот какой-то стоит. Что-то делает все-таки.
работают экскаваторы. В общем, вот заторчик минут на 6 на 7. С другой стороны, еще больше пробки, потому что все возвращаются с дачи. Вот здесь бетонные блоки заканчиваются около пешеходного надземного.